В Дмитровской областной больнице полным ходом ведутся работы по капитальному ремонту в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья». Самая значимая и масштабная реконструкция – это, конечно же, взрослое поликлиническое отделение Дмитровской областной больницы. Здание капитально не ремонтировалось с 1988 года. Все коммуникации в медучреждении уже были изношены и не соответствовали современным стандартам. У нас продолжается капитальный ремонт взрослой поликлиники. На данный момент мы уже подали строителям 6 этажей одного крыла. Идут активно демонтажные работы. Пока идет демонтаж, вывоз строительного мусора. В связи с этим, понятно, мы перестроили логистику пациентов, передвигаем кабинеты, о чем на месте есть наглядная навигация, куда двигаться пациентам, потому что привычные маршруты уже пока изменены. И помимо этого, сейчас мы передвигаем несколько прием врачей на нашу поликлинику в районе ДЗФС. Двух врачей, чтобы максимально отдать площади строителям, чтобы быстрее шел ремонт. Главный врач отмечает, что капитальный ремонт взрослой поликлиники, несмотря на большие объемы, идет по графику. Данный ремонт рассчитан на 2 года, поэтому рабочие делают все, чтобы ускорить темпы строительства. Еще один масштабный капитальный ремонт сейчас ведется в здании детского соматического корпуса. Это одно из старейших зданий Дмитровской областной больницы, которое было построено в 1939 году. Последний ремонт в медучреждении проводился в 2016 году. К строительным работам в данном учреждении приступили в середине апреля. Сейчас данный корпус полностью закрыт. Педиатрическое отделение было переведено в хирургический корпус на 2-й этаж. По соматическому тоже идет все по плану. Здесь уже начаты работы с фасадом. Внутри уже сделаны все перекрытия. Здание было... Оно 39-го года постройки, да, там были деревянные перекрытия, все перекрытия заменены, залиты новые перекрытия, сделана внутренняя перепланировка. Сейчас уже начнутся отделочные работы, здесь тоже все идет по плану. Здесь проведены уже все коммуникации. Плановый срок сдачи соматического отделения – это декабрь месяц этого года.